Встречайте, следующие участники фестиваля. Группа «Шекспир», вы уже готовы? Добрый вечер, Киров! Ну что же, поехали. Разбежались в сторону. Сам голос внутри не слушая. Двери закрывая, посторонних, кто ты там? Верили, настанет время лучшее. Но счастливые небо прозрачно кадрил. Вы не понять, я прошу один. Постой! Смотри, идет, какая красивая. Глаза крайне, волосы вьются волнами, не правда? Узнать по номеру телефона, позвонить, увидеться за разговором. Теплый чай сблизится. Послушать записи олимпийских запустить вечером. Даже с ним да, все равно делать нечего встретиться. Просто поболтать об искусстве спектакль. Уже уходишь, ладно, давай, пока. Расписались стороны по разным полюсам. Голос внутри не слушая, двери закрывая, посторонних, кто ты там? Верили, настанет время лучшее. Двери закрывали. Двери закрывали, двери закрывали, расписались стороны по разным полюсам, голос внутри не слушая. Двери закрывали, посторонние, кто ты там? Верили, настанет время лучшее. Песня про девочку Эму. Она называется «Нарисуй». Заводной подружке спой мне песню, мой костер в тумане, место колыбельное, игры возле дома, куклы на диване, смех мой неподдельный. В детстве я
выживали гномы и принцессы, рыцари и принцы. На ногах и с пушкой Кощей из леса в сказке небылицы. И была счастливой, в чем-то непослушной и веселой самой. Только душно, знаешь, мама, очень душно. Помоги мне, мама, мне вода и сой. Губы алые под отцой, как дитя малое, прогоняй мысли пошлые. Всеми брошенной, брошенной. Помнишь, мама, детство, синие рассветы, алые закаты, как же быстро пролетело это. И ушло куда-то, улетело детство в солнечные страны, где песок и камни. Подскажи мне голосом приятным, где его искать мне? Помоги мне справиться с тревогой, что в душе скребется. Я еще не знаю, по какой дороге мне идти придется. Выйти-ка из замкнутого круга, и куда мне деться? Подскажи мне, ты моя подруга, как вернуться в детство? Друзья, мы сейчас добавим еще немного речитатива в наше выступление сегодняшнее. И песня называется «Рассказ». Парадная, короткая, платье нарядное. На стенах граффити блестят красками разными. В углу тени играют. Брошка себе полумесяцем. Лестница пролет, затем снова лестница. Ключи в сумке бестонной найти пытаешься. Перебирая пальцами, цепляешься. Салфетки, тушь, помада, все не то. Возможно, дома опять забыла в пальто. Руки дрожат от страха или холода. Сигнализация сработала. Минты скорая, разбитое стекло. Знакомые люди ходят. Не повезло, знаешь, может, нагонят. Дверь закрыта. Перед глазами шорох и звонок. Ручка лепестком, что за ней? Два стука в ритме сердца. Эхо в бесконечной секунды. Тянулся вечность.
Час ночи, тусклый свет, настроение не очень, в ожидании силуэт. Чистая посуда в кружке, чай вчерашний. Дурные мысли посещают голову чаще. Так бывает, ты упал в малость. Ты не брал вина, может просто усталость. Грубо ответь, дребезги пару стаканов. Нервы натянуты, бред этим щирит обманов. И понеслось, закружилось, будто сверли совались. Разорванный фон, с мусором не мешали. На этаж весь в полете следом. На старом ты посмотришь, кажется, полным бредом. А ведь могло быть по-другому, иначе. Теплые чувства, не требующие отдачи. Два стука, ритм сердца, это немного. Вернулась живая, и слава Богу! Вернулась живая, и слава Богу! Спасибо большое, друзья! Ну, а сейчас будет песня. У меня есть такое предложение, давайте ее петь все вместе. Как вы на это смотрите? Будет все хорошо. Вы готовы? Давайте мы сейчас немножко порепетируем, а потом будем все вместе это петь. Будет там один момент такой классный, и вы вместе с нами. Коль, почку просто дашь, давай попробуем сейчас. Смотрите, слова очень простые, то есть 7! Ноту слышишь, 7 цветов над крышей, 7. Если бед один ответ, давайте теперь вы попробуйте. 7 радуги цветов, ночь, чтобы сказать без слов. Не родился человек, поехали! Считают чисто, тайца скрыть и завуалированный некий смысл. Воспринимают люди, а что-то слышу, упоминают в летописях. Когда рассказы пишут, тебе годы проведенные не зря. Кристаллы образуют, можно сказать, снаря. Периодической системе земный газ на это место опустил свой энергетаз. Да ты растения квартиры, номер телефона, билета на экзамен и статьи закона. Запоминай, иллюзия на зло, Аполлона счастливое число. Просто так репетируем. Поехали!
ты слышишь? Цветов на крыше. Если бы это один ответ, тебе ясно? Радуги цветов. Спасибо! О, как это не звучит грустно. Наша программа подходит к концу, и сейчас будет наша завершающая песня. Одна из наших самых любимых, и она называется «Повесть». Спасибо вам!
Господи, что за крики? Из кого-то выходят демоны. И правильно, что они делают здесь, на фестивале, на Кировской волне. Друзья, поаплодируйте группе «Шекспир» Санкт-Петербург.